По вине пьяного водителя, как правило, происходит дорожно-транспортное происшествие с наиболее трагическими последствиями. Именно поэтому вождение в пьяном виде считается одним из наиболее социально опасных деяний. С целью снижения уровня аварийности и выявления водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, госавтоинспекция Кашхабского района провела профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». В ходе мероприятия осуществляется массовая проверка водителей на предмет состояния опьянения. Также с водителями проводятся профилактические беседы о недопустимости управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В ходе профилактической работы сотрудниками ГАИ проверено свыше 30 единиц транспортных средств. За время рейда автоинспекторы выявили 3 правонарушения, провели 15 бесед. Административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.